Югорский спортсмен выиграл бронзовую медаль на чемпионате Гран-при по дзюдо. В хорватском Загребе успешно выступил Альберт Агузов. На пути к пьедесталу вартовчанин выиграл несколько поединков в весовой категории до 60 килограммов. Всего за полминуты он победил французского дзюдоиста, а затем мощным броском положил на татами американца. Однако в четвертьфинале югорчанин не смог одолеть товарища по сборной. Серебро досталось чемпиону Европы Роберту Мшвидабадзе. Альберт Агузов занял третью строчку турнирной таблицы. Excellent technique there from Agusov.